и, конечно же, не забывая катнуть на подработку для того, чтобы запаять за рафон. Ну как подработка? Ради идеи хреначим за еду, и это очень важный аспект. Это, знаешь, это очень честно. Ты берешь, паяешь, хреначишь днем и ночью, обжигаешься, но при этом ты делаешь, потому что ты веришь в эту фигню. Ну, я верю в эту фигню, ты можешь не верить. Но если хочешь, ты можешь тоже верить и даже приобрести или поддержать на Патреоне, только я ничего не скину этих ссылок. Просто напиши «Зерафон». «Зера» от слова «ноль», блядь. «Зерафон» — это количество телефонов, которое продано, блядь. «Зерафон». Ну, такая вот. Беру, паяю. Это, кстати, дополнительные модули. Ну, через эту плату можно дополнительные модули памяти опихать. Потому что смысл «Зерафона» в том, что это телефон на Linux, который ты можешь подрубить что угодно. Вообще кастомизация максимальная. Ты можешь и сам написать туда проги, ты можешь и сам его собрать так, как тебе надо. Хочешь камеру, ставь камеру. Хочешь динамики, ставь динамики. Хочешь камеру, динамики. Не забудь взять еще мощную батарею. Совмещай это вместе и получаешь «Зерафон плюс». Кстати, я тут сейчас, ну, пытаюсь подбить, чтобы сделали «Зерафон плюс». То есть, ну, вот у нас «Зерафон» такой, да, а то будет, блин, здоровый такой «Зерафон». Больше, чем это, причем один в один копия «Зерафона». Ну вот тоже гигантские вот эти платы, только дисплей здоровый, такой, блин, просто берешь такой «Зерафон плюс» и две гигантских батареи сзади, даже кондёра гигантских я поставил. Знаешь, типа заряжается мгновенно в розетку, и чтобы он работал сколько там, день. Ну то есть на гигантских, ну, например, сколько, 12 фарад кондёра сзади поставить, назовем «Плутониум пак 12 фарад», прикинь, сколько он будет держать. Реально на кондёр. То есть подошел, быстро зарядится. Сколько там кондёра надо заряжиться? В розеточку так. Подошел и день работает. И кнопка типа самоуничтожения. Разрядить все эти 12 фарад каратит. Блин, прикольная идея. Ладно, мне паять надо. Я просто по ночам, знаешь, когда начинаю паять, долго паяю, меня задолбывает, я начинаю видосики снимать. Олово мне подай. Давай, ты мне сейчас, короче, поможешь. Бро, давай, бро. Спасибо, что поддержишь меня, да, бро? Бро, давай, у нас получится вместе. Еще немножко подлиннее, бро. Во, братюня, спасибо, что ты меня держишь. Давай, сейчас мы спаяем вместе. Давай. Держи, 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 держи. Не тяжело тебе? Сейчас. Давай, отлично получается. Давай. Во, гуд, мы запаяли первый пин, правда? Да, все. Ты тоже помог мне паять «Зерафон». Слушай, я тебе очень благодарен. Давай сейчас, погоди. Давай. Давай. Оп, близко. Немножко не тот пин, но ладно. Ну, неплохо получается, неплохо. С учетом того, что я инвалид с переломанными руками, ты меня сильно выручаешь. Ну, офигенно, давай вот этот контактик. Да-да-да. О, смотри, у тебя отлично получается. Ты уже приноровился. Молодец. Давай. Вообще круто. Вот лучшие чуваки, помогайте мне «Зерафона» паять. Вообще охрененно. В принципе, его уже можно купить. Сейчас по большей части мы вот это то, что мы паяем с тобой сейчас. Это для тестов больше идут телефоны. Ну, потому что нужно рассылать этим чувакам. Кстати, вот там вот отражение вижу. Видишь отражение? И тут типа смотрю, где. О, видишь, вот моя башка. Вот моя башка ниже, выше. Блин, прикольно. Ну, короче, это для тестов телефона мы паяем, чтобы, ну, потом рекламиться. Как в счет рекламы идет. Ну, всяким зарубежным американским блогерам хотим вот этому майку отослать. Но очень тяжело с ним связаться. Но майк, который анбокс-терапия, это сложно, потому что у него цены на рекламу такие, что... Коля Соболев завидует вообще, я не знаю, там, как не знаю что. Сколько у Соболева реклама стоит? Представь, сколько у майка стоит? Фаталити просто, блядь, сразу квартиру бы продать. Что такое? Ну, что мне нравится, если майку понравится, сейчас очень договоримся, он наш телефончик прорекламит. Ну, типа не про рекламе, а «Вау, что это? What is the thing? It's a Zerafone!» Ха-ха-ха. Ну, что-то типа того. Ладно, спасибо, что помог мне запаять пару пинов. Мне еще осталось сколько их? 300 штук спаять. Ну, как 300 штук? Вот сколько тут в гребенке? 400, наверное. Ладно, я занял много, 5 минут его времени. Ну, что, до встречи скоро. Очень много видосов на подходе, просто у меня сейчас много дел.
Сегодня вот, видишь, по две ночи иначе подряд, потом пару часов сплю, потом опять по две ночи, потому что много дел, надо работу делать. Короче, это жизнь скучная. Сейчас вот паспорт надо сделать сегодня, еще и зубы вставить, потому что я, сколько, 6 зубов все расхреначил, когда упал, а один зубик вставить и денег ставить. Ну вот, и периодически езжу, в себе вставляю. Такое. Лайк, подписка, счастье близко. Хотя не лайк, не подписка, короче, ты пришел ко мне в гости, помог, все, спасибо. Я бы тебе печеньки передал, но немножко сложно их передать, потому что сейчас пока технологии не позволяют, но мы что-нибудь придумаем, правда? До скорого!